Сегодня с вами вести разговор не как с детьми, а как с уже взрослыми людьми. Почему? Потому что те вопросы, которые я затрону, на мой взгляд, они являются очень значимыми. И поэтому, пользуясь случаем, просто показать вам, какие бывают профессии и как производятся лакокрасочные материалы, как производится металлическая банка, кто кем работает, какие специальности бывают, какие специальности уходят, какие специальности рождаются. Я хотел бы все-таки, пользуясь вот этим случаем, поговорить несколько сегодня чуть-чуть времени не об этом, а поговорить с вами больше о том, что я считаю важным. Моя задача, я для себя ставил, готовился к вашему приезду, и ставил перед собой задачей иметь возможность к вам достучаться. Вот я хотел бы задать вам первый вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какой самый дорогой ресурс существует у людей? Это, ребят, я хочу сказать следующее. Вот вы здесь, богаче любого человека, у которого есть миллионы, потому что у вас есть самый главный ресурс в запасе, у вас есть время. Наверное, сегодня вы к этому, ну и это нормально, относитесь к этому, ну, очень, так сказать, пренебрежительно, потому что я вижу, как часто я сам и как мои дети, и такие, как мои дети, тратят время там на игралки, на телевизор и все остальное. Но я хочу сказать вам следующее. Поверьте мне, что самый дорогой ресурс – это время. И самое главное, то, что у вас сегодня есть и вы можете использовать, это правильно использовать то время, которое вам отвел, ну, Бог там, или судьба и так дальше. У вас есть еще примерно 2 года до выбора профессии. И за эти 2 года вы можете очень много успеть. Вот то, что вам нужно успеть, я хотел бы вам подсказать. Ну, во-первых, давайте еще ответим на вопрос. Что, чем отличается человек от любого живого существа? Подумайте. А? Интеллект. Согласен. Есть у человека, что его отличает от любого животного мира, это мозг. И это та часть, которую нужно постоянно тренировать. Постоянно тренировать в молодости, тренировать в старости. Не пройдет совершенно немного времени, и вы увидите, что среди тех людей, которые здесь сидят, будут те люди, которые достигнут каких-то вершин, и которые смогут управлять своей судьбой и чего-то достигнут. И будут те люди, которые, может быть, ничего не достигнут, но они будут более счастливыми. Запомните, качество вашей жизни будет зависеть от качества ваших знаний. Территория, которую предприятие ЗИП имело, это было вот кусочек, где мы с вами стоим. Вот здесь была такая же территория, как через дорогу, вы видите, то есть брошенная, ну, посадка, болото и так дальше. Поэтому для того, чтобы все это построить, что вы видите, мы вынуждены были вот
сначала зарабатывать денежку, потом ту денежку, чтобы зарабатывали, покупать шлак, потом бетон, потом железо, потом строить здание, это самое. Все, что вы видите, то вы видите. Это все построено за те деньги, которые мы заработали. Происходит разработка всех продуктов, которые выходят на рынок. Ну и здесь проходит подтверждение самого продукта, его тестирование и дальнейшее сопровождение этого продукта. Вот заменить вал вот такой вот, это будет бисерная мельница. Это меняется на это, будет бисерная мельница. Разбивается бисерная мельница. Продуктов. Здесь уже, как вы чувствуете, никакой запах. Это продукция, в которой растворителем является вода. Поэтому это экологичная продукция. Здесь процесс построен там на платформе, и он выполняется уже не вручную, а автоматическим путем. То есть вся подача всех компонентов по заданной рецептуре осуществляется автоматически. Там принцип такой же.
который является одним из первых представителей на Украине профессии, которая рождается. Есть такая наука, логистика. Вы немало, наверное, чего-то слышали. Наше предприятие является базовым предприятием для горного университета, где готовят логистов. И мы сегодня, вот все, что мы видим, вы будете сейчас видеть дальше, это создавали мы, придумали мы, писали компьютерные программы мы. И во главе всего этого, в течение всего этого времени, был вот этот человек. Он свое дело лучше знает, чем кто-либо, и он вам сейчас расскажет, как, имея 1000 номинований, автоматически находить, где оно что лежит, когда его кто положил и когда его очередь наступит брать. Пойдем дальше. Отсюда здесь хранятся только поддоны, отсюда продукция поступает. С целью вывоза своевременно своей продукции. Так как количество филиалов большое по Украине, необходима своевременность и четкость поставок. Лучше, чем это делает собственный транспорт, этого не может сделать никто. Ну, я представляю производственное предприятие «Эталон Пак». На «Эталон Паке» мы производим металлическую тару. Чтобы вы понимали, металлическая тара состоит из трех частей. Я взял специально детали, то есть это донышко, это крышечка, которая закрывается, и колечко, которое оставляется крышечкой, и корпус, который это все уворачивается. Вот, в принципе, это основные части, из которых состоит жестяная банка.
приводит нам металл. Мы этот металл отдаем типографии, которая специализируется по нанесению рисунка на металл. Вот это будущие банки, то есть будущие корпуса, которые так вот мы получаем потом с нанесенным рисунком. Эти листы загружаются в машину, которая называется нотник, которая разрезает существующие листы на будущие корпуса. Спасибо за внимание. Спасибо.